Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы главы администрации Красного Партизана и приехали, вот привезли первую партию фонариков, это на линию фронта. Дальше мы пойдем по другим, скажем так, поселкам, которые находятся на линии фронта. Также три продуктовых набора тут самым нуждающимся людям передадут. Друзья, огромное спасибо. Буквально недавно сделали свет, да? Ну да. Где-то в 11 часов. Да, то есть сколько времени света не было? Сейчас 8 часов. Ну, то есть... Ну, дело в том, что у нас как бы та сторона, только это Верхнетовецкая, я так думаю, будет долго там без света. Почему? Потому что здесь мы пытаемся с другой подстанции переключили. А с той подстанции, откуда питаются три улицы, у нас Красная, Степная и Фабричная, в данный момент обесточены, и там в данный момент разбит трансформатор. Поэтому нужно согласование, чтобы его восстановить. Идут боевые действия, при которых это, скорее всего, невозможно будет. Короче, это неделя на минимум две, я так думаю. Бывает иногда на месяц. Друзья, ну огромное вам спасибо. Огромное спасибо подписчикам Татьяны Монтян и всем, кто помогает моим подписчикам. Потихонечку мы начинаем закупать фонарики и развозить по линию фронта, а также другие средства, которые необходимы в случае обострения конфликта, который сейчас происходит. И громко было сегодня. Да. Люди как бы давно уже не испытывали такого, скажем так, страха, да, как сегодня было. Потому что многие в непонятном состоянии, да. Так как вроде думали, что все нормально, вроде бы все хорошо, но на самом деле, как мы видим, обострилось все на линии разграничения. Ну, мы надеемся, все-таки настанет мир, не знаю. Ну, надежда умирает последней. Огромное вам еще, друзья, спасибо. И низкий вам поклон за то, что вы помогаете всем необходимым людям, живущим на линии фронта.